Внимание, вакансия! Требуется водитель школьного автобуса. Работа в подведомственном учреждении городского округа Красногорск МКУ ЦОД. Требование к кандидату – наличие водительского удостоверения категории «Д», опыт работы, прохождение предварительного медицинского осмотра и обязательного психиатрического освидетельствования. Отсутствие привлечения к административной ответственности в течение 1 года. Трудоустройство осуществляется согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Предусмотрен 8-часовой рабочий день. Работодатель предлагает доплату за выход в выходные дни и сверхурочные часы, а также дополнительную выплату к ежегодному отпуску. Обращаться по телефонам 8 905 703 1793 и 8 903 975 9021.